Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический дневник просветления. Иной мир. Сонет. Благословен твой мнимый переход из мира зла в лучистый мир желания. Там свет любви свободно снизойдет, даруя жизнь, богатство мироздания. Тебя уж нет, ты вся во мне теперь, ты вся моя, и полон я тобою, в себя сама. Ты открываешь дверь, и я вхожу с усмешкой гробовою. Но мир иной явил моим глазам твои сады и небеса молодые, величие гор, озера голубые, в них стаи рыб, подобные слезам. И я пошел, куда мой взор ведет, искать того, что мне недостает. 19 ноября 1989 года. Москва. Ожидание. Я жду заклинаний и слез, я жду на судьбу упований, но не принимаю всерьез мечтаний своих и желаний. Я знаю, окончится страсть, когда не придешь ты однажды, исчезнет жестокая власть, а важное станет неважным. Останется рано болеть, когда пред тобой онемею, а сердце, любившее греть, согреется болью своею. Хочу синих ливней и гроз, тепла и весны долгожданной, чтоб шелест весенних берез повеял любовью незваной. 5 декабря 1989 года. Москва. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Поэтический дневник просветления –